центре внимания очередного расширенного заседания Комитета по экономической политике вопросы развития малого и среднего предпринимательства в регионе. В области создана необходимая инфраструктура для развития бизнеса. Отмечают депутаты, сформирована законодательная база и определены основные субъекты для поддержки предпринимателей. В 2018 году также была проведена работа по формированию возможностей предоставления электронных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства посредством нашего МФЦ. Кроме того, сегодня мы организовали услуги, предоставляемые нашими также мерами, нашими фондами господдержки, тоже через МФЦ. Также было отмечено, что программа поддержки бизнеса действует в регионе успешно. Для реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» до 2024 года планируется потратить около 500 миллионов.